Слово «безопасность» в летний период становится особенно актуальным, и на это есть несколько причин, главной из которых у человека появляется больше возможностей для проведения досуга. Имея свободу, но не неся ответственности за свои поступки, люди попадают в беду. Так обычно происходит на озерах и реках. Отдохнул, выпил горячительное, заплыл в незнакомое место и утонул. Печальный сценарий, актуальный уже не одно десятилетие. А потому каждое лето в поле зрения сотрудников УВД Брестского облсполкома пляжи города Бреста. С наступлением теплых погодных условий милиционеры Брещины ежегодно начинают патрулировать пляжи города, обеспечивая охрану общественного порядка, а также выявляют и пресекают различного рода правонарушения. Сотрудники милиции регулярно проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды гражданами, делая акцент на обязательном присмотре за своими детьми вблизи водоемов. Кроме того, правоохранители регулярно напоминают отдыхающим об административной ответственности за распитие спиртных напитков в местах массового отдыха. Если одни загорают и плавают в официально разрешенных местах, которые постоянно контролируются спасателями, где чистый пляж и исследованное на опасные предметы дно, то другие все еще выбирают для себя акватории, где купаться запрещено. К слову, с 1 мая по 30 сентября минувшего года в Брестской области пресечено более 2000 административных правонарушений. В их числе 312 за купание в запрещенных местах и 815 за распитие спиртных напитков вблизи водоемов. За такими нарушителями следят не только сотрудники освод, но и сотрудники милиции, применяя самые современные технологии. Принесение службы в зонах отдыха граждан и вблизи водоемов правоохранители активно используют квадрокоптеры для просмотра труднодоступных мест около воды. Также используются велопатрули для маневренности и оперативности предотвращения правонарушений. А также с этого года активно используется катер милиции для выявления и предотвращения различного рода правонарушений около воды и на воде. В ходе рейда сотрудники УВД напомнили отдыхающим, как правильно вести себя на водоемах, как обезопасить себя от краж личных вещей и не нарушить закон. Брещане, в свою очередь, отметили, что такого рода рейды нужны, ведь это хорошая возможность лишний раз предупредить и разъяснить, какая опасность подстерегает отдыхающих на водоемах. Милиция для этого и нужна, чтобы соблюдать порядок, следить. Поэтому считаю, что такие рейды очень важны. Приходить сюда именно для купания, тогда да, безопасность очень важна. При этом я бы, если одна идти, я бы не смогла пойти одна. Вещи точно нужно кому-то оставить. Вот, обычно я прихожу на пляж просто, чтобы отдохнуть, но при этом тоже соблюдаю правила безопасности, просто контроль над вещами, соблюдение беспорядка, я не оставляю мусор после себя. Если бы я заметила компанию вместе с детьми, которые выпивали, шумели бы, в таком случае я бы вызвала сотрудников милиции. Запомните, благоприятное, главное, безопасный отдых зависит от вас самих, а потому не стоит рисковать жизнью, купаясь в состоянии алкогольного опьянения и непонятно где.